Доброй ночи, дорогие друзья. Так, что-то. Так. Ага, начали подключаться. Так, значит, все-таки страна не спит. Да, Бунасара Латуатылуме. Всем привет. Значит, вижу очень много активных даже в это время. Так. Ренат, ну и я сомну. Ну, моя сомну, товарищи. Астас есть и ози фарти фрумаса, есть и ози фарти импортанте. Так, нацветат, есть и держа о партии, то есть наступило 8 марта. Сегодня очередной праздник, когда я, к сожалению, не могу находиться, не могу быть рядом вместе с близкими людьми. Все вы знаете, что нахожусь я, к сожалению, вдалеке от Родины. Сегодня будет очень красивый день для всех женщин Молдовы. И я бы хотел, чтобы это был красивый день для всех женщин на земном шаре, для наших мам, бабушек, прабабушек, сестер, девушек, подруг. Мы сегодня подготовили уже по традиции из года в год, 8 марта, значит, наши активисты по всей стране дарят женщинам цветы, дарят женщинам марцишоры, дарят поздравительные открытки. Сегодня наши ребята по всей стране раздадут десятки тысяч цветов, марцишоров. Хочу, чтобы максимально в каждый дом, сегодня 8 марта, попал кусочек тепла, частичка добра. Я не хочу, чтобы 8 марта чувствовала себя одинокой хотя бы одна женщина в Молдове. Значит, хочу поблагодарить, поздравить с этим праздником свою семью, всю нашу команду представительниц женского пола, прекрасного пола, которые, несмотря ни на что, вместе с нами идут вперед. Хочу поздравить всех наших активисток по всей стране, всех наших секретарей, всех тех, кто нам, кто вкалывает с утра до вечера, всех тех, кто нам верит, и тех женщин, которые нам не верят, тоже от всей души поздравляю. Значит, у меня в руках черновики, могу так краем глазом показать. Значит, вы знаете, сегодня вечером решил написать что-то доброе, что-то красивое. Хочу, приготовил подарки для близких мне людей и для всех женщин страны. Об этом я уже говорил, ребята завтра поздравят. К сожалению, близкие мне люди не находятся рядом со мной.
Значит, мама находится у сестры за рубежом. Сестра оставила детей маме, улетела. Значит, некоторые близкие люди будут завтра днем вместе со мной. Но для всех женщин хотелось бы зачитать то, что у меня получилось. Прошу меня не осуждать. Значит, дорогие женщины, значит, вот часть цветов, которые завтра вы получите от наших ребят по всей стране. Значит, и вот сегодня, когда принесли цветы, когда я начал готовить подарки для близких мне людей здесь в Москве, я написал следующее, вот такое стихотворение, если можно. Значит, сегодня 8 марта, Международный женский день. Я вас сердечно поздравляю, мы по жизни ваша тень. Без вас жизнь не имеет смысла. Без вас не можем идти вперед. В открытом море вы ветер в наш парус. Под водой вы наш кислород. Мы обязаны вам всем на свете. И мы будем вас вечно любить. Потому что без вас невозможно, в том числе и род сохранить. Вы живите и будьте нам небом. Мы землей под вами стоим. Вы будьте здоровы, как горы. Мы орлами над вами парим. Я молюсь, чтобы вы жили долго. Я хочу изменить этот мир. У всего, что плохое на свете, есть я его конвоир. Поэтому, дорогие женщины, поздравляю вас от всего сердца с этим прекрасным праздником. Желаю вам только добрых и положительных эмоций в этом году. Хочу поздравить отдельно, также хочу поздравить отдельно всех женщин, всех бельчанок. Я очень сожалею, что сегодня меня также нет рядом с вами. Я передал вам очень теплое поздравление, которое, я надеюсь, вы все сегодня получите. И обязательно всегда нужно жить, думать в жизни о добром и позитивном. И тогда у нас вместе все получится. Ваюбеск, Вадуреск, Емоти, Кытмай Позитиви, Ва Купринт, Ва Сарут, Носун Купарери Дер, Алет, Купарери Дерел, Алет Урдевой, Дар Сыштецк, Суфли Тулмил, Есть и Сигуркувой, Ваюбеск, Кусарбатуаря, Диоп Марти, Драч Фемей, Драч Маме, Драч Бунич, Драч Сурор, Драч Фетя Фрумасадин, Республика Молдова. Ши Мулц Ань, Шихадицы Лепострем, Печеля, Фаракариаста Знупутем Екзиста. Анкудата Ваюбеск. С 8 марта, дорогие женщины, я вас люблю. Обязательно у нас в жизни все получится. Нужно только в это верить. Спасибо вам за все. Низкий вам поклон. Пока.